Я думал, как вы вывести на улицу. Так сладко спали. Кто там? Лерик, ты их позвал. А я стою, думаю, сейчас, как же их выманить? Обычно их или колбасой можно выманить, или печенюшками. Ну, подошел и снимаю. И тут, да, и вскочили. И мне не пришлось тратить колбасу. Ну все, Лерочек, спасибо тебе, что ты позвал друганов. Ну, у нас тут работа идет вовсю. Продолжаем пересаживать. Сейчас пойдем, наверное, что там. Ну. Добрый день. Добрый день. Привет человечеству. Ага. Ты там читаешь хоть комментарии, Сереж? Да. Там пишут про тебя и про Женю пишут. Женя, ты не смотришь канал? Нет? Ну, заходи, смотри. Ну что, здесь вот будет посажена следующая сосенка. Вот в этом месте как раз. Этот надо все убирать. Я вам помощников оставлю, Сереж, ладно? Да, а то они сегодня вообще не подходили. О, Виктория их этот самый запрятала там на диванчике. Я им постелил накидочку, так они ее обновляют. Марчик, ну, она ж, наверное, еще и колбасные жопки. Жопки, ага. Жопки уже все запрещено. Женсовет запретил жопки выдавать. Теперь вот они уже едят цельную колбасу. Лирик их разбудил. Гавкнул. Я ж подошел, думаю, ну сейчас сниму, как они спят. Только настроил камеру. А он как загавкал, они как вскочили. Вообще смешно было так. Марсюнчик, я тебя таким не видел. Вот охрана какая. Ну что, оставайтесь, все, будете помогать. Вы завтра тогда уже, да, наверное, будете пересаживать? Ну, да, ну, да. Ну все, мы определились, какую сосенку. Не подготавливал, ну, я есть, да. Я там уже ищепин. Давай, да. Да. Все готово, да? Лерочек, ну что ты, умничка, ты молодец. Какой ты. Марсик, только я, видите, Лирика гладит. Сразу же, Марсик, Мирка, иди. Иди, а то он сейчас, кто его знает, что у него на уме. Марсик. Уже Лирика только погладил. Смотрю, он на жду ног уже бежит. Марсик, да не ты, Марсик. Ну, они давно уже не дрались, да, Сереж? Да. Там уже с месяц, наверное. Так, Лирик, перестань. Дед тебе, артист. Все, уйду, тогда что хочешь сделать? Пора стоять. Да не, ну просто удивительно, что месяц вместе ходят. И в сад, и везде, и кормлю их этим рыбьим кормом. И они даже это, и попыток не делают. Аж диковато как-то. Да не, он Марсик так еще смотрит, у него взгляд такой. Так ну, вот же я ж вижу, что он так рос, набычится, и думаю, ну сейчас сцепится. Нет, уже пять этих было возможностей сцепиться, а он что-то прям... Марсюнчик, ты что это? Испортился Марсик. Ну, идите, бегайте. Пошли, я ваш сад выведу. Только я не пойду с вами, все, я вас направлю туда. Идите, все, быстрей, быстрей, бегом, 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 все, идите, Лерочек, и ты иди тоже, иди, 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 все, пошли, я доведу вас до ворот, мне на работу надо идти, я сад не пойду, все, вы сами пойдете. Ну, что я скажу, это все тщетная попытка, потому что без меня они не пойдут, Лерик пойдет, они нет, они дойдут вот. До ворот. Ну, может быть, за ворота еще. И все. И все. И назад. Вот я такой маленький. Идите, бегите, все. Быстрей. Все. Вон, видите? Вон, Лирик рванул. Все. А сейчас вот посмотрим, что будет происходить. А я пошел назад. Сейчас я посмотрю, сохранился ли цветочек у нас тут был. У нас, слышите, земляне. Все, уже вон,
У нас есть зимний цветок, посмотрите. Ну что это? Ну он стоит и стоит, это вечный цветок. Сейчас уже вторая половина января. Ну, я уже ради прикола думаю, подойду, уже тут и помине ничего не будет, гляньте. И стоит, и стоит. Ну что ты будешь делать? Ну тут немножко он так подзавял, а здесь прям, гляньте, ну вот самый настоящий цветочек. Марсик. Ну что за чудеса? Не, больше все повяло. Вот это один какой-то аномальный куст. И магнолия, видите, какие почки он пускает. Вот. Ну просто не знаешь, это чудеса в решете. Вот я еще цветочек сорву, видите? О, ну что? Что можно сказать? Не знаю. Чудеса в саду. Ну я хотел же, знаете, что показать, что я выйду по кругу, и они уже за мной. А лирик нет. Лирик останется. А, я тут не выйду. Нет, вообще-то. Вообще-то здесь открыто. Сейчас, смотрите. Сейчас. Туда. Все, учится. А? Ну а ты где? Марсюха. Ты уже тут. Ну все, я вас буду обманывать. Все. Все, пока. Я пошел на работу. Они любят, когда их обманывают. Помните, я лепестками роз их обманывал. Теперь вот калиткой. Настолько наивное существо. А мне и нравится. Люди бы такие были бы. Было бы так хорошо жить в добре. Они бесхитростные, доверчивые. Не, есть и люди такие. Есть люди доверчивые, бесхитростные. Ну, в основном, конечно, стараются что-то выкружить, выкрутить. А что собаки стараются выкрутить? Да ничего. Они стараются, наоборот, отдать свою любовь и ласку. Они ничего не хотят взять. Не, ну, ну конечно, колбаски они хотят взять. Тут я ничего не скажу. Пошли. А лирик остался. Ну, в основном собачки отдают. Все, лирик вон там, видите, сад открыт. Теперь он придет аж вечером. Ну все, Лерочек. Ой, Лерочек. Марсечек, пока. Все. Вот теперь они будут ждать меня на ступеньках. Там тепло, солнышко. Все. А я пойду на работу. Ну что, вот, вот весь мой сюжет-то был о чем? О том, какие добрые, наивные собачки, французские бульдоги. Как они? Вот он, Лерочек. А Лерочек, он похитрее немножко. Он, ну, честно говоря, ну или помудрее, или похитрее, или не знаю, как это сказать. В общем, он более прошаренный. А эти нет. Вон они сидят. Что им, солнышко и все. Видите, Мирку видно. А Марсика нет, потому что он черненький. А Лиренький. Лирик серенький, его всегда видно. Ну все. Надо уходить. Земляне, всем привет. А, и пока.